Добрый день, с вами Таша Муляр, дизайнер украшений, ведущая авторских вебинаров на ярмарке мастеров в течение июля месяца «Как творчество превратить в бизнес и стать в нем успешным». 17 июля мы с вами будем говорить о персональном бренде. Что же такое персональный бренд? Сейчас это на слуху, вы, я думаю, тоже об этом наслышаны, и практически каждый из нас, имея активности в интернет-среде, является уже персональным брендом. Ну так вот, после моего вебинара вы будете точно знать, как придумать правильное название своему бренду и не наступить здесь на своеобразные грабли. Как выбрать это название с учетом того, чтобы оно не мешало развиваться вам в будущем. Как найти свою аудиторию, правильно определить, кто ваша аудитория, где эта аудитория находится и какие активности для этой аудитории нужно организовывать с учетом вашего персонального бренда, чтобы это шло на пользу и бренду, и вашему товару. Как связать бренд и товар? Как сделать так, чтобы, продвигая бренд, вы продвигали товар, и покупатели хотели приобретать товар именно от вашего бренда? Как повысить лояльность к вам, то есть к вашему бренду? На все эти вопросы мы будем отвечать на этом вебинаре. Вы получите четкие ответы и знания. Жду вас 17 июля в 20 часов на ярмарке мастеров. Ваша Таша Муляр.